Так, быстрее, нужно уплывать отсюда, хотя куда? Плыть-то, собственно, и некуда. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и произошла катастрофа, самая настоящая. Смотрите, где я, ребята, я сейчас нахожусь на краю мира. А знаете, почему на краю мира? Потому что мир потихоньку разъедает, и там уже не осталось ничего, я плыву буквально вот уже по краю планеты, ребятки. В общем-то, рассказываю, произошла катастрофа, рванул один завод, ребятки, и теперь вся вода в мире, а также практически 99,9% поверхности суши покрыло токсичным веществом, ребятки. И теперь у нас абсолютно все состоит из радиации, вот этой вот химии, кислоты и так далее, которая может что угодно разъесть. Вот буквально со взрыва произошло где-то, прошло около часов трех. Не знаю, ребят, я не следил за временем, потому что очень сильно волнуюсь, если честно. Я быстро взял у себя дома все предметы, которые у меня были, которые быстро нашел, торопился очень сильно, скрафтил лодку, пришвартовался быстрее к самому близкому морю и поплыл, ребята. И с каждым часом вода все зеленее и зеленее. И я заметил, что моя лодка стала какая-то хлюпенькая. И мне кажется, что вот-вот она может расплавиться тут. Я не знаю, мне, если честно, очень страшно. Смотрите, как бесится рыба в воде. Ох, ребята, это, конечно, жесть. И еще мне кажется, что я немного заблудился в этом токсичном океане. Не знаю, как еще сказать, ребятки. Ладно, благо я взял с собой блоки, немного еды и на всякий случай меч. Уж не знаю, чем он мне тут поможет. Давайте будем плавать и найдем какую-нибудь крупную сушу. Тут пока что маленькие островки. Смысла нет на них высаживаться, ребята, потому что рано или поздно они все равно их расщепит, и они уйдут под воду. Я теперь даже не знаю, что делать. Два дня спустя. Ребята, это уже просто невозможно. Как видите, я съел два тортика. Но помните, в начале видео у меня было еще два тортика. У меня осталось только хлеб. И очень сильно хочется пить, а воде я немного не подумал. Эту воду, в которой я сейчас плаваю, пить нельзя. И как вы заметили, она потемнела еще сильнее, ребят. Это не выход, нужно срочно искать какое-то суши, иначе так долго я просто не протяну в этом токсичном океане. День шестой. Опа, курочка, иди тоже сюда, отлично. Хотя бы какое-то мясо есть. В общем-то, ребята, я давно не появлялся в сеть, но теперь я появился. В общем-то, я не помню, сколько прошло, неделя, может больше, может меньше, но посмотрите, что, ребята, стало с водой. Это просто жесть, вода полностью стала токсичной. И смотрите, почему я нахожусь на острове, я показываю. Вы это видите? Просто лодки сгорают, на лодках невозможно плавать. Если я коснусь хотя бы пальчиком, мизинчиком вот этой вот воды, ребятки, мне просто придет конец. Но также есть и хорошая новость. Я быстро плыл до лодки, но, к сожалению, не успел доплыть вот до главного острова. Хотел еще включить камеру, заснять это все, но, блин, ребята, облажался, приплыл сюда, и все, лодка просто полностью ушла под воду практически моментально. Все, что у меня осталось, это блоки булыжника, досок, хлеб я съел, который у меня был. Ох, ребята, это просто жесть. В инвентаре у меня, как видите, больше и ничего нету, ребят. Больше ничего и не осталось. Я даже не знаю, как мне добраться до туда или до туда, но туда я не хочу добираться, потому что я вижу там только вулкан токсичный. Вдруг я под него попаду. А вон там я вижу, ребят, какие-то дома. Может, там есть люди, может, там есть выжившие, которые... Вот сейчас мне повезло. Вот сейчас мне повезло, как не везло никогда, ребята. Все, окей, я готов прямо сейчас потратить все блоки для того, чтобы добраться с этого токсичного океана вот до этого острова, надеюсь, в котором можно хотя бы будет жить и в котором все, ребятки, будет хорошо. У меня булыжника не так много, хотя может показаться обратное. Почву уже нет смысла добывать, то есть нет смысла копать шахту какую-то, потому что вся почва уже заражена и отравлена. Я просто, ребятки, могу в ней расплавиться и могу еще травануться, еще того хуже, поэтому не-не-не, мы это, ребят, с вами трогать не будем. Поэтому давайте просто уйдем с этого острова и достроимся до более большого. Может, там я встречу людей, может, они мне хоть как-то помогут. Я уже потратил целый стак, и, блин, мне еще дофига, короче, до тут добираться. Жесть, ребят, я потратил практически весь свой булыжник. У меня практически ничего не осталось. Все, давайте побыстрее уже достроимся до сюда. И... я здесь, я на острове. Так. Эй, жители, люди, кто-нибудь, тут кто-нибудь есть? Пожалуйста, помогите. Я с деревни житель номер 13. Не знаю, знаете ли вы такую, как Компота? Знаете Компота? Жители, здрасте. Привет, путника, ты
как так странно выглядишь? Ты кто? Я с миром, не волнуйте, жители. Я с миром, я... Вы не поверите, я какой долгий путь проделал. В общем-то, я сначала плавал в этом токсичном океане. Господи, как я хочу есть, как я хочу пить. Пожалуйста, помогите мне. Короче, я плавал в этом токсичном океане. Я в нем заблудился. Потом у меня сгорела лодка, и все, я оказался тут. Ну да, я вижу, ты очень сильно потасканный. Тебе нужна срочно помощь. Ну ничего, можешь остановиться и освоиться в нашей деревне. Да, в этом океане очень тяжело заблудиться, потому что всю почву разъела, и нет никаких ориентиров. Острова ушли полностью под эту токсичную воду, и с каждым днем она становится все опаснее и опаснее. Скоро вообще нельзя будет на улицу без противогазов выйти. Господи, как же плохо, ребят, как же очень плохо. Поэтому, блин, просто цените экологию, потому что то, что сейчас происходит, я даже заговариваюсь, не знаю, что со мной на протяжении всего видео я заговариваюсь. Возможно, это так, вода на меня действует, ладно. Хорошо, благо, теперь я среди людей, боже мой, арбузик. Дайте арбуз, хочу арбуз. Ну-ка. А, какой свежий вкусный арбуз. Так, ладно, грязными руками не буду трогать. А то вдруг они вот в этом токсичном веществе, ребята. Опа, тут есть шахта. И кирка есть, ребята. Тут есть кирка. Отлично. Я ж теперь смогу развиваться, ребятки, нормально. Я ж теперь смогу развиваться. Боже мой, какая радость. Все, у меня теперь уголь есть и все, ребят. Теперь мы с вами заживем нормальной жизнью. Посмотрите, тут реально настоящая огромная шахта. И, кстати, она не отравленная, она нормальная. Я даже немного удивлен. Так, печка мне пригодится, ребята. Ладно, мне сказали, что я могу освоиться. И давайте выберем какое-то место, где я могу освоиться. Например, ой, господи, извиняюсь, тут, ребят, спит житель. Видимо, этот дом занят. Давайте зайдем в этот и... О, а этот, видимо, свободен. Интересный. Какой же красивый вид, но одновременно пугающий. Опа! А вот тут что-то интересное. Правда, у меня мечта алмазная, но да ладно. Главное то, что печеный картофель и штаны, ребят. Вот в штанах будет получше, как говорится, да? Так, и тут, я так понимаю, больше ничего нет, да? Ладно, тогда пойдемте полазим еще по деревне, по домам. Ух ты, дождик! Дождик! Что, ребят? Вы видели? Вы видели? Я только что вышел на улицу, меня траванул, да еще тут какой-то зомби странный. Ё-моё, пошел вон! Пошел вон, тупой зомбяра! Ё-моё, ребята, тихо-тихо, я траванулся немножечко. Офигеть, даже дождь токсичный. Чего происходит? Щито, простите. Щито! Как это работает, боже мой, ребята. Явно происходит что-то плохое, вы посмотрите. От этого токсичного дождя можно травануться. Ладно, давайте быстренько перебежим сейчас в другой дом. Быстрее, 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 коровку надо бы спасти. Ну ладно, пофиг, ребят. Мы уже с вами перебежали сюда. Что тут у нас? Тут у нас еще какой-то сундук. К сожалению, тут пусто, но зато тут есть верстак. Кстати, я бы скрасился кирку. Хотя кирка у меня в принципе есть. Ладно, окей, пофиг. Ё-моё, ребят, еще один токсичный зомби. Фу, не подходи ко мне, кислотный зомби. Все, отлично, ребята, вроде я его вырубил. Опа, шапочка, с шапочкой будет лучше, лопат. Еда, ребята, это все отлично. Все, давайте оденем побыстрее эту шапочку. Надеюсь, теперь я не буду отравляться. Это правда? Это нифига не правда, ребята. Нужно противогазы носить, видимо. Видимо, этот житель был абсолютно прав. Боже мой, ребята, это просто... Кто там стоит? Это кто там такой? Погодите, дайте-ка я до него добегу. Это кто еще такой? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте-ка лучше тут переждем. Ой, ребята, тут же житель спит. Тихо! Вы это видите, ребят? Там какой-то странный чувак ходит, и он меня пугает. Это... Что? Что? Тихо! А! Ё-моё! Господи, господи, отстань от меня! Отстань! 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 Чё, как опасно? Вы чё, угораете, что ли, надо мной? Не-не-не-не-не, ребят. Давайте тут посидим. Давайте лучше посидим тут. Это будет хотя бы безопаснее, ребят. Все, ребят, поставил ФК где-то около часа. И давайте посмотрим, что тут... Господи! Вы чё? Тут житель лежал! Где житель? Где житель? Тут же было всего два жителя! Отстань от меня, тупой скелет! Ребят, тут же было всего лишь два жителя! Ёшки-матрёшки! Да вы кто такие? Пошли вон все! Ребят, тут было два жителя. Один из них того, то есть... Мы что, жителям вдвоем остались? Надо его срочно отыскать, ребята, и рассказать ему это. Ой-ой-ой, какая же тяжелая сейчас у нас обстановка в мире. Это, конечно, печально. Так, где этот тупой скелетрон? А ну иди сюда! Сейчас я тебя отомщу. Тихо, или он мне отомстит, ребята. Или он мне отомстит. Тихо-тихо-тихо, замачкарил. Вроде замачкарил. А теперь давайте внутрь. Просто внутрь и просто, ребят, регенимся. Ну его нафиг. Все-все-все-все, нафиг эту ночь, нафиг эту ночь, ребята. Мы ее пережили, эта ночь в 1000 раз жестче, чем какая-то обычная ночь в Майнкрафте, ребята.
Неужто так реально теперь будет всегда? И как мне жить? Как мне жить в этом токсичном мире, ребята? Это, не знаю, у меня даже немного в голове не укладывается, потому что, ну тут просто не выжить. Серьезно, господи, еще крипер, ну хотя бы обычный. Вот, вы когда-нибудь, да ё-моё, чё у вас как много? Почему мобы не горят днем? Я не понял анекдоты, почему я отравлен опять? Почему тут крипер, какого фига? О, еда и... Стоп, что это? Это карта! Это карта! Бог ты мой, это карта! Ну-ка, погодите-ка, я хочу посмотреть на нее! Офигеть, ребята! Смотрите, все абсолютно красным, это опасная территория на карте. И мы сейчас, благо, находимся в хорошей территории, хотя бы тут есть еда, но тут вечно торчать тоже нельзя, нужно искать других людей. Вдруг им нужна помощь после этого, потому что экологическая катастрофа довольно-таки серьезная сейчас. Я все буду забирать, даже уголь, потому что пригодится, ребятки, естественно, все. В таких условиях, помните, брать нужно все и по максимуму. Это очень важно, ребята, это очень важно. Смотрите, я куда-то поднимаюсь, это, видимо, явно была какая-то раньше деревня на огромном острове, а теперь остался вот такой вот маленький клочок. И там тоже какая-то деревня, я вижу вдалеке. Надо будет туда обязательно сходить. Так, уголь, все забираем, ребятки, забираем абсолютно все, все, что тут есть. Ладно, все сундуки не буду проверять, мне нужно еще туда сходить, ребята. Если вы знаете, как это все предотвратить или как мне вернуться назад, как найти, может быть вы спаслись и прямо сейчас находитесь на каком-то огромном материке в Майнкрафте, а не на каком-нибудь острове токсичном маленьком, то напишите в комментариях, не знаю, может я к вам подкачу, я не знаю, честное слово, потому что, ну как отсюда убираться, я не понимаю. Блоков у меня столько нету, ребята, даже всех блоков в мире не хватит, чтобы вот это все перейти. А лодки сгорают, может быть попробовать железную лодку скрафтить? А это как идея, ребята, напишите прямо сейчас в комментариях, что ж, я с вами прощаюсь, мне нужно что-то думать, что-то делать, все будет зависеть от вашего комментария, продолжение будет реально зависеть только от того, будут ли тут годные идеи по тому, как мне выбраться. С вами был я, Компот, всем удачи, спасибо и пока.